Друг, привет! Пожалуйста, подпишись на канал. Просто нажми на кнопку подписаться. Пожалуйста, оцени мой труд. Ставь лайк на это видео. Кстати, я буду очень рад. Я думаю, ты поставил лайк и нажал кнопку подписаться. В описании под видео есть WhatsApp видеоуроки. Бывают моменты, когда ваш телефон держит определенный человек, и вы не хотите, чтобы он заходил, либо она заходила в WhatsApp без вашего разрешения. Тогда мы заблокируем WhatsApp, заходим сюда, заходим в настройки, заходим в аккаунт, заходим в конфиденциальность. Самый внизу у нас находится блокировка отпечатка пальца. Вот. Включаете. Да, кстати, в телефоне сразу надо отпечатку пальца настроить. Так. Если Samsung, я думаю, у многих сразу отпечатки пальцев настроены. Вот если Samsung здесь находится. Заходим. Все, я добавил в телефон свою отпечатку пальца. Теперь. Вот все. Теперь по прошествии одну минуту можно заблокировать, отпечаток пальца, либо сразу немедленно, да, сами выбирайте по прошествию одну минуту, и вот так, да, кстати, уведомление можно тоже скрыть, просмотр, не скрыть, а просто текст можно скрыть. Ну, все.